древнем городе. Весной цветут тюльпаны, и звенит над крышами пастуший крик. И как всюду, вечные обманы за один неповторимый миг. Ольга Петровна Карпова. Он был очарован этой изумительной женщиной. Свадьба по любви, в тот же день повестка. Можно себе представить, что значит быть призванным в армию в день свадьбы. 38-й год, и он попал в армию на Украину. А потом подошли к финской границе. Вот так Борис оказался участником финской войны. Радостно встречает советская страна свою армию, армию победителей. Война была неудачной в Сухане, 142 тысячи потерь, из них безвозвратные потери больше 100 тысяч. Всему миру показала она. О ней мало написано, о ней нет фильмов. Была она крайне тяжелой, поскольку выпала на зимние месяцы, ноябрь, декабрь, январь, февраль. Борис был рядовым сапером и сумел уцелеть в эту финскую войну, по окончании которой он решил поехать к маме и сестрам в Ставрополь. А комиссар Крутов, он сказал: «Боря, зачем ты возвращаешься? Скоро будет большая война». А Борис говорит: «Нет, ну я к маме все равно поеду, к маме». И он ему написал, что может быть назначен младшим командиром. Такую приписку в военном билете. И Борис уехал в Ставрополь. Но недолго там пробыл, и 22 июня снова оказался мобилизованным уже на эту большую войну. Говорит Москва, передаем важное правительственное. Только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают в темную ночь. Когда началась война, мама перед отправкой на фронт дала ему на дорогу 90-й псалом, который переписала от руки. И мамина вот такая... Мамина фотография, и вот с ним было всегда. Всегда с ним. Да. И вот он все прошел. Из письма Бориса Ведьмина. Горячие суровые дни войны. В нескольких десятках километров от нас в голодном безмолвии борется большой украинский город. Мы спешим на выручку города, родных, близких. С каждым днем бои становятся все более и более жестокими. Чтобы победить, нужно драться. Значит, будем драться. Вчера вновь был на передовой. Под Харьковом попал в плен. Родные же Бориса получили извещение с формулировкой «пропал без вести». И в то время это считалось фактически синонимом предательства. Ведь неизвестно, чем занимались пропавшие без вести солдаты. Если были в плену, считалось, что это пример трусости и паникерства. А может быть, вообще служили немцам. Поэтому родственникам тех людей приходилось нелегко у себя на родине. В апреле 45-го Бориса освободили американцы. Из их лагеря он пошел пешком на юг, в Австрию, в советскую зону. Но прежде чем уйти к своим, он, освобожденный американцами, двое суток шел до Веры. Вера – это вторая любовь Бориса. Как-то они встретились вот на перепутях этой Европы. Верочка Якжан, которая была тоже дочь мигрантов, из которой в 22-м году отсюда уехали. А у нее был отец армянин, а мама русская.
Он шел через разрушенную и такую опасную все дни Германию, чтобы попрощаться с любимой, пообещать, что он за ней вернется. Она была в это время в Инсбруке. Эйфория победы была такова, что это казалось возможным. Рухнули границы, начинается новая жизнь. Он шел, у него столько впечатлений, когда там встречались наши работники, которые были угнаны в Германию, там где-то в лагерях, и они все были возвращаться, как, что. И Борис всех уговаривал только возвращаться домой. Конечно, домой, разве можно? Конечно, домой. Они собрались как-то, несколько человек, и решили, что они будут, вот кто что знает, будут собираться, и очень много людей собиралось, и Борис, вот кто-то, например, там летчики, вот про самолеты, про то, про сё, а Борис Джека Лондона, поскольку он прекрасно знал литературу, и вот он Мартина Идена там рассказывал, такие, я представляю, у него были такие импровизации, и он перед людьми, понимаете, он считал, что если он так открыто выходит, что сразу видно, что он-то ни в чем не виноват, ну так вот. И потом оказалось тоже случайно, там в Бадене под Веной, там была колония как-то советской армии, дом советской армии, и там нужны были вроде бы строители или что, и в общем его сразу пришли там в этот лагерь и его отобрали. Еще там художник был, еще кто-то. И он полгода проработал в Бадене. Представляете, ему уже все сказали, вы свободны, уже аттестат, уже он маме написал письмо, мамуля, я тут работаю в этом замке, и как-то интересно. И там эти фильмы чаплинские все. И он прекрасно знал их как-то. Он знал, много читал, поэтому он знал. И он там был в центре вообще в этом в доме советской армии. Этот профессиональный строитель, который, собственно говоря, должен был бы где-нибудь опять строить дома, заводы, мосты, а он становится консультантом по отбору и анализу трофейных кинофильмов. Особенно кинофильмов о композиторах, о музыкантах, о операх, потому что он знает это все наизусть. Он сам мог бы сделать такие фильмы. И пока он это смотрит, он мечтает, как можно. Вот сделали же немцы о своих, о Моцарте, о Брамсе. А как можно было бы сделать о Чайковском, «Времена года»? Какая разница между ноябрем и декабрем в сюите у Чайковского? И в чем эта разница заключается? Я это все читала в его письмах. Из письма Бориса Ведьмина. Или счастье и вправду синяя птица, за которой всю жизнь охотишься, и напрасно. Впрочем, нет, как ни трудно было, у каждого были и хорошие дни. Надо только уметь ждать. Пронесутся тучи, выглянет солнце, и снова погожие дни. Ждать я умею. В солнечные дни верю, и никакие саровские морозы не испортят мне настроение. Морозы здесь, правда, лютые, бывают сплошь и рядом 25-30 градусов. А через полгода вышел указ, что все, кто был в лагерях или где-то, что-то, всех снова, значит, арестовать и припроводить уже в лагерь на родину. И ему об этом сказали. Сказал, но он никуда, он, наверное, мог там перейти, но это мы, так кажется, там зоны не были закрыты, можно в другую зону перейти, все было. Но тем более, что у Бориса еще там любовь была. Вот. Но он понимал, что никуда не денешь. Ну, не знаю, он все понимал. И поэтому он остался на своем месте, и вот и был арестован. Его арестовали как бывшего военнопленного в Австрии, в доме офицеров, где он проводил какое-то мероприятие. И вот тут опять весь Борис Викторович, он не позволил вести себя под конвоем через весь зал, где сидели офицеры, его знавшие, его любившие. Он попросил пройти без конвоя. Простите, пожалуйста, нельзя погромче радиостанцию.
Рейнских вод. Моцарт, Моцарт, друг веселый, под руку меня берет. Час вечерний, луч прощальный, бьют на ратуши часы. Облака над лесом дальним удивительной красы. Легкий дым над черепицей, липы старые в цвету. Ах, мой друг, пора проститься, Моцарт, скоро я уйду. Моцарт, скоро я уеду за кибиткой кочевой. У Манграфа на обеде я не буду, дорогой. Передай поклон миньоне, альманах оставь себе. Друг любезный, я на зоне буду помнить о тебе. Моцарт слушался вниманием, опечалился слегка. Что ж, прощай, но на прощание на, возьми бурундука. В час печали, в час отчаяния он тебя утешит, друг. Мой пушистый золотистый, мой волшебный бурундук. Вот он, зверик мой послушный, глазки умные блестят, щиплют струны, лапки шустрые по клавишам стучат. Ай, спасибо, Моцарт милый, ах, прекрасный бурундук, до свидания, до могилы я с тобой, любезный друг. Я иду, иду в Россию, оглянулся, он стоит, сквозь пространства роковые Моцарт мне во след глядит. Машет, машет треуголкой в золотом луче горя, и ему с обшивой горки помахал ушанкой я. Гадом буду, не забуду нашей дружбы корешок, ведь всегда везде со мною твой смешной бурундучок. И под ватничком пригревшись, лапки шустрые сложив, он поет, и я шагаю под волшебный тот мотив. Вот все. Просто вот такое удивительное, такое стихотворение. И Тимур Кибиров «Эту сторону жизни», он удивительно так об этом, обо всем написал. Мой муж был совершенно потрясен. Из письма Бориса Ведьмина. Утро. 22 мыслители еще спят, дрыхнут, похрапывают, воняют. Шекспир обязательно упомянул бы последний глагол. Ничего не поделаешь. Это не помешает некоторым пахнуть сегодня вечером одеколоном. Вечером традиционная баня с бритьем, чистой рубахой и неземным блаженством от предвкушения воскресного отдыха. Вероятно, будем читать вслух Куприна и Лондона. Меня, как беременную капусте, тянет к Алдингтону, Ремарку, Хемингуэю, Досу Пассосу, к антивоенным эпопеям. Крепко целую и желаю всего доброго. Оптимизм его не оставил никогда вообще ни на одну минуту. Каждое его письмо, которое он пишет из лагеря, зэк, пыль лагерная, 10 лет после плена. То есть надежд, перспектив ноль. Там потрясающее рассуждение о театре. Он вспоминает те театры, которые он видел, очень любил Вахтанговский театр в юности, в еще довоенные годы, далеко довоенные годы, в начале 30-х. Петербургский театр, он Акимова очень любил, очень высоко ценил. Актеров из этих театров хорошо знал, все их роли. Он не был с ними знаком, это сейчас важно. Вот у меня фотографии актера, он мне сам написал, я знаком. Тогда дело было не в этом. Он знал именно искусство, а не подноготную закулисной жизни. Я понимаю, он и сам, конечно, находил утешение. Страшные лагерные годы, после тяжелой работы, на пустой желудок, вспоминая театр. Но он этими письмами утешал сестру, мать, развлекал. Помогал сестре учиться. Ну и как-то один раз вот у нее спрашиваю, Борис Викторович, а какое все-таки вот за долгую жизнь, да, вот самое счастливое время? Ну, я думал, знаете, как вот сейчас, там, может быть, рассвет демократии, там у него действительно появились больше возможностей, в том числе и печатать свои фотографии. А он говорит, лагеря, Соловки. Да. А я говорю, а почему, Борис Викторович? А он говорит, ты не представляешь, Николай, с какими людьми я там познакомился. Там же цвет общества был. Я никогда не слышала, чтобы он ругался матом, чтобы это как-то отразилось.
вот, ну, каким-то образом вот этот застенок о себе как бы как-то напоминал вот в его поведении. Вот он никогда не впадал ни в какие вот трансы, там, в какие-то депрессии, как сейчас говорят, да, то есть в уныние. Никогда, совершенно. Прошедший такую страшную жизнь, он не то, что никогда в жизни не жаловался на то, что ему не удалось получить такое какое-то систематизированное высшее образование, что он до мозга костей гуманитарный человек, вынужден был всю жизнь заниматься строительством. И, действительно, был оптимист не восторженный, там, розовый, как говорят, а оптимист, потому что жизнь люблю и в этой жизни должен себя утвердить. Вероятно, вот это лишение вот свободы, наверное, научило его тому, что вот эту жизнь во всех ее проявлениях вот нужно глотать как свежий чистый воздух. И радоваться вот каждому мгновению, вот каждому. Таким образом, вся земля оказалась его. Он вот человек, который радуется, он все имеет, понимаете? То есть он не ущербный, он не обиженный. На обиженных вообще воду только возят, да? А он просто все это любит, а раз любит, значит, имеет. И вот эта его позиция, она удивительная просто. День кончился. Что было в нем? Не знаю, пролетел как птица. Он был таким обыкновенным днем. И все-таки не повторится. И он выжил. И настал момент, когда его выпустили оттуда. Куда возвращаться? Дома нет нигде. Судьба, которая так долго этот экзамен затягивала, осложняла, заваливала его. Тогда судьба поставила ему отличную оценку и отвела его на священную землю Сергия Радонежского. 11 января 1956 года я прибыл на несколько дней в Загорск. Был холодный морозный январь. Температура была до 40 градусов. На Скобяном шоссе на площадке трубного завода грелась у костра бригада землекопов Матвеева. Я подошел, обогрелся у костра, поговорил с людьми и застрял здесь на 40 лет всей моей остальной жизни. Я сижу напротив монастыря, на этом любимом седяном мосу Горенькином. И когда это было очень давно. И так здорово получилось, что я снова оказалась здесь через 18 лет после ухода вообще Бориса. Ему трудно было, в общем-то, с возрастом бегать по Соловкам. Поэтому он сидел с удовольствием, с людьми беседовал, смотрел. А тут можно сидеть, смотреть и без отрыва сидеть и смотреть. Такая изумительная природа Соловков. Борис, ну, был потрясен. Понятно, что это был лагерь, что это страшная история, которой полно вообще везде в нашей жизни, к сожалению. Мы никак не проживем без этого. Колючую проволоку он тут не искал. Она ему, он и так все понимал. А вот красота этого места, этого Северного острова, Белого моря, и он там уже говорил, ну зачем мне там то-то, сё-то, у меня есть остров, Белое море, какое счастье. Какая же радость, я имею возможность сказать, наконец, людям добрый день. Догорается Юпитер. Он поднимает шляпу и говорит,
добрый день всему миру. Осенний сад зовет меня. Воспоминания мои. Горит оранжевый наряд, и воздух свеж, и журавли курлычат в небе. И кажется, что мы с тобой не расставались никогда. Ты словно сон и вода, живешь со мной неразлучаясь. И так подряд много лет. Когда приходит осень вновь, хочу найти затихший сад, чтоб все мечты и всю любовь вернула память. И голос твой услышу вновь, как тёплый.